В общественной палате Карачаево-Черкесии прошло обсуждение реализации проекта «Безопасные качественные дороги». Он начался еще в 2019 году, с успехом продолжая свои работы и по сей день. Его задача – выявление и содействие уменьшению аварийно-опасных участков. Участники проекта работают над доведением опасных участков дорог до нормативных требований, проверяют достаточность камер на дорогах. Как отметили общественники, стабилизации статистики аварийных происшествий способствуют комплексные профилактические мероприятия. Запланированные задания за 5 лет успешно выполнены. Однако, по мнению участников круглого стола, учитывая, что протяженность автодорог, включенных в нацпроект, составила лишь незначительную часть от дорог местных и межмуниципальных, особое внимание в перспективе следует уделить именно их ремонту. Итак, это национальный проект «Безопасные качественные дороги». Мы понимаем, что общественные блага, на то они и общественные блага, чтобы все население ими пользовались, а дороги относятся к общественным благам. Очень важно, чтобы национальные проекты реализовывались в тесном взаимосвязи всех органов власти и находились под общественным контролем. У нас по автомобильным дорогам регионального и муниципального значения за 2023 год выполнено, приведено в нормативное состояние 37,9 километров и 28 участков по городской агломерации протяженностью 13,2. В рамках этого национального проекта реализуются два региональных проекта – дорожные сети и общественные меры развития дорожного хозяйства.